радостный день мы с вами пришли поговорить о наших новых продуктах. И если некоторое время назад мы говорили о новых продуктах, еще не сталкиваясь с ними, не имея результатов, то сегодня. Я думаю, что ни для кого не секрет, что есть три основных кита здоровья. Это наше моральное состояние. Потому что если мы с вами агрессивны, завистливы, жадны, если у нас накапливается обида и злоба, мы выделяем огромное количество адреналина, а это свободные радикалы, мы разрушаем свое здоровье. И один из первых постулатов здоровья – это внутренний покой, это внутреннее удовлетворение, это отношение к миру. Второй постулат здоровья – это физические упражнения. Какие бы пищевые добавки вы ни пили, если вы лежите пластом, то вылечить пролежни можно, но здоровье заработать нельзя. Но вот и третий постулат здоровья – это та пища, которую мы с вами едим. Та пища, которую мы с вами едим – это источник энергии. Мы с вами состоим из того, что мы едим. Вернее, было бы сказать, мы с вами состоим из того, что мы пьем. Потому что на 70% мы состоим из воды. Но вот на эту тему мы с вами поговорим в следующий раз. Это очень важная тема. Мы поговорим с вами на эту тему в пятницу. А сегодня мне бы хотелось поговорить о правильном питании. Сократ в свое время говорил, нет добра и зла, есть знание или отсутствие его. И как часто мы с вами стремимся переложить ответственность себя на кого-нибудь. Я здоров, вот заболею, пойду к врачу. Это его ответственность вылечить меня. Но на самом деле, открою вам небольшой секрет, ни один врач о вас так много не думает, как вы сами о себе. И знает вас, ни один врач не знает вас так хорошо, как вы сами знаете свой организм. Сегодня это тот решительный момент, когда нужно взять ответственность на себя, за свою грамотность, за свою продолжительность жизни и за качество своей жизни. Итак, как же надо питаться, чтобы быть здоровыми? Для того, чтобы быть здоровыми, нужно есть, во-первых, полноценную, нормальную пищу, несущую все полезные вещества, витамины, микроэлементы, антиоксиданты, ферменты, пробиотики. Это нужно делать правильно. И даже если мы по этому пути идем, дело в том, что если мы с вами не чистим свой организм, у нас накапливаются очень много проблем. Знаете ли вы, что к 40 годам люди носят с собой от 5 до 25 килограмм шлаков в собственном кишечнике? Это вот как раз об этом говорят все учения. Первый этап здоровья, если вы решили построить философию здоровья в своей жизни, то первый этап – это очищение кишечника. Второй этап – это налаживание всех органов и систем ферментативной системы. Третий этап – это полноценное сбалансированное питание. Вот мы с вами сегодня и начнем. Но поскольку мне хочется, чтобы вы были грамотны в отношении самих себя, то начнем мы с вами с того, как мы с вами устроены. Это не прерогатива врачей знать, как мы с вами устроены. Мы все с вами должны знать, как мы с вами устроены и как работает наш организм. Древние говорили, ложкой и вилкой мы копаем себе могилу. А как же так питаться, чтобы не копать? Вот с этого и начнем. Первая ложка, мы отправляем ее в рот. Теперь скажите мне, пожалуйста, кто из вас делает 33 жевательных движения на один кусочек пищи? Так, раз, два, даже три. А все остальные мы глотаем и не пережевываем. Но это первый этап питания. Дело в том, что если мы пищу пережевываем, она смачивается слюной. Слюнные железы выделяют слюну. В слюне есть фермент амилаза, который способствует усвоению и расщеплению моносахаридов. Это простые сахара, это фрукты, это ягоды. И эти моносахара впитываются, всасываются прямо в ротовой полости. У нас здесь очень много сосудов под языком. И поступают как энергетическая добавка в наш мозг. Если вы хотите, чтобы голова работала ясно, утром начинайте с ягод.
Для того, чтобы правильно питаться, обязательно нужно пережевывать пищу. Более того, в слюне есть лизоцим. Это первый барьер на пути инфекций. Но если мы как следует переживали пищу, то в результате лизоциму пропитана вся пища, и многие бактерии растворяются просто-напросто, не нанося нам вреда. Кроме того, слюна работает, слюнные железы работают как орган выделения. Вот скажите, милые мамы и папы, у кого ребенок спит со слюнкой на подушке, бабушке, вызывая умиление, да? Приятно, так сладко спит со слюнкой на подушке. Так вот, знаете, если он спит со слюнкой на подушке, это значит, что у ребенка либо дисбактериоз, либо глисты. Потому что слюнная железа – это орган детоксикации, яды выводит. Для того, чтобы правильно питаться, нужно как следует переживать пищу. Для этого нужно иметь здоровые зубы. Но знаете ли вы, что больные зубы – это отражение болезни в каком-то внутреннем органе? Ведь доктор Фоль, методика сегодня, работает по всей Москве. И не только по всей Москве, по всему миру. Он был стоматологом. Он обратил внимание на то, что у людей с больным желудком именно вот этот зуб чаще всего повреждается, с больной печенью этот. Для того, чтобы иметь здоровые... Все взаимосвязано. Для того, чтобы иметь здоровые зубы, за ними надо ухаживать. Для того, чтобы иметь здоровые органы, нужно переваривать пищу. Микробрайт. Почему зубной порошок, когда сегодня такое огромное количество зубных паст? Это микрогидрин. Микробрайт. Зубной порошок микробрайт. Это чистый микрогидрин. Самый мощный антиоксидант. Что он делает? Первое. Когда мы чистим зубы, мы снимаем поверхностный налет. И очень хорошо. Щелочная среда. Бактерии в этой среде не живут. Во-вторых, это укрепление десен, это профилактика пародонтоза. В-третьих, это отбеливающий эффект и создание в родовой полости среды, в которой прекрасно перерабатываются углеводы, сахара. Блестящая зубная паста, кроме того, здесь есть зубной порошок, здесь есть алоэ вера и ксилитолы фруктовые. Блестящий результат. Вот это первый этап. Ну, пойдем дальше. Язык, он не только для того, чтобы говорить, но и помогать нам в переваривании пищи, пережевывании ее, но он еще и лакмусовая бумажка нашего здоровья. Утром, просыпаясь, подходим к зеркалу. Белый язык – больной желудок. Серый язык – больная поджелудочная железа. Желтый язык – ваш желчный пузырь просит о помощи. А дальше – пища попадает из родовой полости, она проходит через глотку. И вот здесь вот находится кольцо Пирогова-Вальдейра. Лимфоузлы, лимфатические железы. Второй барьер на пути к инфекции. Кому из вас приходилось либо самому удалять себе гланды, либо деткам? Частые ангины удаляем гланды. Было? Бог, природа нас так создали, у нас нет запасных частей, которые можно отрезать и выкинуть. Удалили гланды, дальше что наблюдается? Бронхиты, пневмонии. Так были частые ангины, теперь у нас частые пневмонии. Это барьерная функция, и не надо ничего удалять. Но почему же у некоторых людей не болеют ангинами никогда, а у других частые ангины? Вот как вы думаете, почему? Слабая иммунная система, говорят, у него наследственность. А проблема состоит в том, что если кишечник забит, если непорядок с кишечником, если у нас дисбактериоз, а тем более накопление шлаков, то такие яды, как меркаптан, влияют на состояние лимфатических желез, ослабляя их функцию, ослабляя их защитную функцию, и в результате частые ангины. Вот, казалось бы, откуда ангины? Из кишечника. Ну, пойдем дальше. Пищевод. Не буду долго углубляться в особенности и заболевания пищевода, но если мы с вами нормально все проживали и жидкую практически уже пищу проглотили, то без затруднений и проблем она попадает в желудок. Вот у нас с вами желудок, такой крючкообразный орган. Да? Желудок, здесь начинается
перерабатывание белков. Среда кислая, pH 1,5. Выделяется фермент пепсин, который способствует расщеплению белков до аминокислот. Вот здесь вот расщепляются белки. Из желудка ничего не всасывается. В основном, единственное, что всасывается алкоголь. Легко и быстро всасывается из желудка из-за низкого поверхностного натяжения. Но вот белки здесь расщепляются. Однако для того, чтобы они усваивались, нужно действительно pH 1,5 или 1,5. Очень низкие значения. Скажите мне, пожалуйста, кто из вас читал, что такое раздельное питание? Поднимите, пожалуйста, ручки. А. Браво! Грамотные москвичи, замечательно. Харьковчане уже. Точно тоже. Так, а скажите, поднимите руки теперь, кто из вас занимается, регулярно питается по системе раздельного питания? Увидели все? Это называется знать дорогу и идти по ней. Это разные вещи. А ведь что происходит, когда мы с вами питаемся в любимой русской украинской традиции? Кусок мяса с картошкой, пирожки с мясом, пельмени, вареники с мясом. Да? Все вместе. Изменяется pH желудка. И белки уже не расщепляются до аминокислот, а начинается процесс гниение и брожение. И поэтому так замечательно. Организм пока мог бороться, а потом начинает сопротивляться. И поев, довольная, сытая отрыжка, это проявление того, что у вас в желудке-то процесс брожения идет по полной программе. Плюс залили еще водой, совершенно верно, потому что правильное питание – это вода до еды, а потом через 2 часа после еды. А у нас же в традиции – без третьего вроде и не обедал. Да? Компот. Святое дело, а как же? Правильное питание – это очень важная вещь. Смотрите, достаточно 2 вещей, чтобы убрать такие неприятности, как вздутие отрыжки и нарушение обмена. Вот первые 2 этапа. Нормальное пережевывание и раздельное питание. Ну, пойдем дальше. Вот здесь вот, это небольшой отрезок, это 12-перстная кишка. Маленький, 25-30 сантиметров отрезок пути. Но сюда, в 12-перстную кишку, открывается проток желчного пузыря и проток поджелудочной железы. Желчный пузырь – это желчные кислоты, это эмульгирование жиров, расщепление жиров до жирных кислот. Из поджелудочной железы все ферменты переваривания белков, жиров, углеводов. Вот здесь вот расщепление до мельчайших частиц. И если мы с вами нормально питаемся, то и процесс идет нормально. А если мы с вами ленивы и обжорливы, желудок у нас растянут, и у нас изжога, потому что из растянутого желудка забрасывается содержимое в пищевод, у нас изжога, и из растянутого желудка содержимое забрасывается в 12-перстную кишку, и здесь меняется среда. И вот вам язвы 12-перстной кишки. Именно здесь, в 12-перстной кишке, идет как бы самый важный процесс пищеварения, расщепления. Ну а дальше 6 метров пути, тонкий кишечник. И вот стеночка тонкого кишечника, давайте нарисуем, она устроена следующим образом. Давайте так, там. И в каждом ворсиночке идут сосуды. Кровеносные и лимфатические. В кровеносные всасываются белки и углеводы, в лимфатические жиры. И если нормально работает кишечник, он не забит, то все замечательно, мы все это всасываем. Кроме того, здесь есть пристеночное пищеварение, здесь есть железы, которые вырабатывают еще и гуморальный фактор иммунитета. Идет путь, 6 часов продвигается. Ну и наконец, здесь всасываются все питательные вещества. И наконец, пища попадает толстую кишку. А это 1,5-3 метра. Начинается со слепой. Вот видите, тонкий кишечник, вот это вот все изображение, это тонкий кишечник, попадает пища в слепую кишку, первый отдел толстого кишечника. А вот это вот у нас, как вы догадываетесь, аппендикс. Кому из вас его удалили? Так. Бедные. А знаете почему? Опять же, нет ничего запасной части, от которой можно избавиться.
Дело в том, что когда пища поступает из тонкого кишечника в толстый, слепая кишка растягивается и растягивается вход в аппендикс. И здесь вырабатывается гормон, способствующий моторике, передвижению, активной функции движения толстого кишечника. А если вам удалили аппендикс, то, соответственно, моторика толстой кишки нарушается, и пища медленнее продвигается, создавая условия для застоя. Толстая кишка и ее отделы, восходящая поперечная, слепая восходящая поперечная, ободущая нисходящая, сигмовидная и прямая кишка. Вот мусоропровод основной, да? Все, что не нужно, все, что отработали, мы должны выбросить. Но это не все функции. Функция толстой кишки 95% воды всасывается именно здесь. Мы с вами говорили, мы на 70% состоим из того, что мы пьем. От качества воды зависит наше здоровье. Если мы не усваиваем воду, а в кране у нас вода с поверхностным натяжением 75 дин на сантиметр, чтобы ее усвоить, нам нужно включить массу ферментативных систем. К сожалению, мы начинаем высыхать. В детстве мы почти на 90% состоим из воды только при рождении. А к старости на 60% процесс жизни высыхание. А вот от качества той воды, которая всасывается в кишечник, как вы думаете, зависит наше здоровье или нет? Вода всасывается в кровеносную систему. Вся кровеносная система идет через печень. И здесь идет обезвреживание ядов. До тех пор, пока печень в состоянии выдержать наше с вами нарушение питания. А теперь представьте себе. В норме, видите, как она нарисована? Толстая кишка выглядит вот так вот. Вот так вот, тоненькая стеночка, 1 миллиметр. И через нее вода всасывается. К 40 годам это выглядит таким образом. И вот теперь через все это всасывается вода. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь сознательно будете пить из помойной ямы? Наш мозг на 81,5% состоит из воды. Какую воду получает наш мозг из грязного толстого кишечника? Наполовину обезвреженная печенью, а наполовину уже нет, печень не справляется. Вот у нас с вами и начинается раздражительность, утомляемость, нарушение сна, агрессивность, снижение памяти, ну и до старческого маразма еще немножко алюминиева, из алюминиевой кастрюльки поесть, и все будет хорошо. Совсем немного осталось. Но самый страшный источник – это шлаки, которые мы носим с собой. Лекарства вы сегодня выпили, завтра нет. Пищу послушали лекцию, стали пить, есть нормальную пищу и воду. Но шлаки, если вы их не вымыли, они же каждый день, они же с вами постоянно. И вот в результате накопления шлаков организм – это пятая стадия зашлакованности. Организм все это пытается спрятать в капсулу в какую-то. Результат – полипы, аденомы, кисты, предраковые состояния, доброкачественные опухоли. Еще одна проблема, которая волнует население всего Советского Союза, особенно женщин. Активность интимной семейной жизни, проблему, о которой как бы не принято говорить, но падает практически до нуля. И женщины говорят, что мужчины озабочены зарабатыванием денег, у нас тяжелая ситуация, он невротизирован, у него проблемы, он устает, пришел бедный, устал и лег. Мы только что с вами поговорили. Вот сигма, а вот здесь впереди предстательная железа. Теперь представьте себе. Возьмите друг друга за горло и попытайтесь душить, а потом спросить, почему ты меня со страстью не целуешь? Вы пробовали целоваться, когда вам передавливают горло? О какой функции нормальной может идти речь, если сзади все это подпирается переполненной кишкой? Ну и, наконец, прямая кишка. Вот уж, что мы можем промыть глубоким клевмением, так это. И тот, кто это делает, уже молодец. Но вот есть одна большая неприятность. Прямая кишка имеет три венозных сплетения.
от всего кишечника кровь идет через печень и здесь обезвреживается. И только от нижнего венозного сплетения кровь напрямую идет в нижнюю полувену, а оттуда в легкие. Правый желудочек в легкие. У человека бронхиальная астма. Он часто болеет бронхитами. А первопричина шлаки, накопленные здесь, потому что идет отравление, снижение защиты именно отсюда. Когда перегружена печень, включается по полной программе кожа. Как мы выделяем с вами шлаки? Желудочно-кишечный тракт, почки, печень работает, кожа работает. Неприятный запах пота. Но, а вы знаете, что онкология, рак молочной железы резко вырос за последние буквально 20 лет. И секрет оказалось не в том, что у нас так резко изменилась экология, и в этом тоже, конечно, но все видели рекламу, вот это у меня рубашка после дезодоранта. У меня такой дезодорант, что не потею, пот не выделяется. Вон как хорошо, рубашку стирать не надо. Да? Ну как замечательно. Но только кожа выделяет через потовые железы все яды, а мы с вами замуровываем этот выход ядов, а кровообращение в грудной железе у мужчин и женщины разные. Здесь накапливаются яды, инкапсулируются, вот вам кисты, вот вам рак молочной железы. Смотрите, как много различных заболеваний, а первоисточник один. Заваленный кишечник. И совершенно резонный вопрос, что же делать? У нас с вами есть система. Начинается она с того, что мы чистим зубы Митра Брайта. А дальше мы чистим кишечник. И этот продукт, продукт, перед которым я склоняю голову в глубоком поклоне, с великим уважением, автор его, доктор Альберт Дзер, и мне очень приятно, что я лично с ним познакомилась в Канаде, в городе Торонто. Очень скромный, интеллигентный человек, который более 30 лет посвятил изучениям различным пищевым продуктам и системам очищения. Я думаю, все вы знаете, что система очищения, ну, начиная от пургена, да, какие-то слабительные, ласточка, нынче больно популярная в Москве, клизмы, малахов и так далее. Но, к сожалению, все эти системы не дают выковыривания из кармана. И вот пришел доктор Альберт Зер со своим продуктом. Кола Вадер. Это продуманная, сбалансированная система, рассчитанная на 14 дней. Вы когда-нибудь голодали по брыгу? Пробовали, да? Пытались. Что там сказано? Что надо сначала подготовиться к этому этапу, а потом постепенно и мудро выходить, иначе вы сорвете себе систему пищеварения и нанесете больший ущерб здоровью, чем если бы вы этим не занимались. Доктор Альберт Зер продумал трехэтапную систему очистки кишечника. Итак, первый этап. Она сделана так замечательно, чтобы для людей, которые вообще только до трех считать умеют, не возникало вопросов. Вот это вот первая неделя, 7 дней. Написано номер один. Один пакетик утром, другой пакетик вечером. 10 таблеток, травных таблеток и капсула. Это мы выпиваем утром и это мы выпиваем вечером. Мы готовимся к глубокому очищению. Резонный вопрос мне задали, чем запивать? Единственно правильный ответ. Запивать это нужно водой с коралловым кальцием. Безусловно. Если вы не хотите, чтобы основная масса тех веществ, которые связывают яды, ушла на то, чтобы связывать яды в вашей воде, а хотите получить целительный эффект, то водой с коралловым кальцием. Кто здесь не знает, что это такое? Нет таких. Ну, замечательно. Тогда не буду уточнять. И замечательно вот так вот пить воду с коралловым кальцием. Утром и вечером. Но что же сюда входит? Минералы и витамины. Все полностью нам необходимы спектр. Особенно отдельно таблетка витамина С, как самого мощного среди всех водорастворимых витаминов антиоксиданта, связывающего яды. Кроме того, сюда входят сразу биофлора, ацидофилюс. И у нас с вами есть отдельно капсулы ацидофилюса. Вот так это выглядит. Для деток, которым коловаду еще, собственно, и не надо, но нужно восстановить нормальную флору,
есть ацидофилус. Но в этой же первой порции сразу есть и пища для бактерий. Это люцерна. Поэтому она у нас тоже есть отдельная. Если у ребенка есть проблема с дисбактериозом, тогда ацидофилус и люцерна. Люцерна – королева всех растений. Корневая система 30-40 метров. И то, что сегодня растения с неглубокой корневой системой просто не могут найти в эрозированной почве, есть в люцерне. 22 аминокислоты, в том числе 9 незаменимых. Все витамины, микроэлементы, клетчатка, хлорофилл – это один из самых мощных антираковых продуктов. Именно благодаря сбалансированности питательными веществами. Но и это клетчатка. И для того, чтобы нам накормить свои бактерии, нужно съесть 50 тарелок салата. Я не знаю, как кошелек ваш потянет, но то, что желудок этого не выдержит, это точно. Концентрированная клетчатка здесь. Все есть. И вот первый, видите, как много здесь всего и разумного. Лист грецкого ореха. Очень мощное глистогонное средство. Очень часто люди говорят, да как бы у меня и быть не должно. Я мою руки с утра, с вечера, перед едой, после еды, после каждого посещения ванной комнаты. То есть быть не должно. Мои дорогие, к сожалению, сегодня инфекционная обстановка настолько серьезна, что вы даже себе не представляете, что можно найти. Почему лист черного ореха? Да потому что очень часто люди даже не знают, что они носят с собой лямблий, что они носят с собой простейший в различных видах. Ну и вот благодаря такой формуле, тому, что здесь есть, ну кроме того, есть здесь замечательная слабительная, каскара саграда, которая хорошо и замечательно работает. В результате вы это пьете. Чего нужно ожидать? Начиная с первых дней. Увеличение объема опорожнения кишечника. И что очень приятно, без поноса. Потому что любой понос – это потеря микроэлементов, потеря бактерий и потеря воды, обезвоживание. Нормально очищение кишечника 2 раза в день, просто большими объемами. И уже через 2-3 дня живот, который стоял здесь, становится на место. И это не нарушает ваш обычный жизненный цикл. Вы можете работать, не привязаны к родному унитазу. А дальше вторая программа. Цифра номер 2. Это все те же самые, за некоторым исключением, таблеточки. Утром и вечером. 8 таблеток утром, 8 вечером. Но в период глубокой очистки вы пьете каждый день 4 порошка коловаты. Гениальность доктора Альберта Азера состоит в том, что сама коловата, вот это уникальное, это авторское право, скажем так, формула создания коловаты. Вы пьете 4 раза в день. Очень многие говорят, что как бы вот комочки. Для того, чтобы легко и быстро смачивалось все, вот у нас есть такая замечательная штука, это кристаллическая энергия, повышающая смачиваемость. Добавляем 8-10 капель в стакан воды или сока, и поверхностное натяжение вместо 75-40. Естественно, увеличивается смачиваемость. Так вот, коловада. Запиваем полным стаканом воды. Если вам не очень приятно, она пахнет бананом, то можно в несладкий сок, грейпфрут или яблоко. Ну, некоторые в томаты, мне, например, не нравятся. 4 раза в день. Между приемами коловады много воды. В это время мы с вами не едим. И коловада дает объем в желудке, и у вас нет вот этого жуткого чувства голода. Если очень хочется все-таки есть, тертые фрукты, овощи, не грубая клетчатка. 4 дня. Чего здесь надо ожидать? Вот многие боятся и думают, что вот сейчас я начну пить коловаду тогда, когда я вообще возьму отпуск на 2 недели и никуда не буду ездить. Да не чаще, а реже, 1 раз в сутки, а у некоторых раз в 2 суток. А пришла ко мне Любочка Чмутова и сказала, обманули, как всегда. Всю неделю пила, все было хорошо, живот упал, так все было замечательно. А вот 2 дня у меня никакого результата. Где же ваше очищение? Ей сказали, пейте дальше, все будет. Мамаша, продолжим. На 3-й день она пришла, ее глазами можно было освещать всю Одессу. Она рассказывала, текст был приблизительно такой. Я 3 часа отдала этой тяжкой работе. Я никогда не думала, что весь этот ужас я ношу с собой. И в
фильме Хичкока, это детские жалости по сравнению с тем, что я с собой носила. То, что я там увидела. Да, действительно, выходят и зеленые холестериновые, билирубиновые, и желтые холестериновые камни, и выходят слизеобразные грибовидные тела, и Бог знает чего. Но что приятно, коловада обволакивает, вот слущивает, вот это все обволакивает келеобразной структурой, и поэтому не повреждается кишечник изнутри. Что очень важно. А? И продвижение, конечно. Замечательное очищение. Если у вас проблема, вы можете помочь себе клином. И после этого 3 дня выхода. 3 дня выхода, это вот программа номер 3, здесь добавлены ферменты. Ферменты, которые жизненно необходимы, ведь ваш желудочно-кишечный тракт все это время был перегружен. Поджелудочная железа. Поджелудочная железа очень благодатный орган, его очень легко и хорошо лечить. А все убеждены, что хронический панкреатит не лечится, правда? Конечно, не лечится. Потому что мы же лечим хронический панкреатит, пичкая себя Бог знает чем, а не чистим кишечник. Но при заваленном кишечнике выделяется меркоптан. А этот яд очень мощно повреждает поджелудочную железу. И вы можете получить не только хронический панкреатит, но и сахарный диабет. Кроме всего прочего, милые женщины, варикозное расширение вен. Проблема, да? Откуда она взялась? А дело в том, что вот если мы наложим, там у нас есть таблица, кровеносная система, вена от вен собираются вот сюда, в полувену, и они пережимаются перерастянутым кишечником. И то, что мы лечим снаружи или удаляем, мы что, первопричину убрали? Нет, конечно. Потому что это чисто механическая преграда на пути тока крови. Раздутый, заваленный кишечник. Но уж я не говорю про геморрой, особенно внутренний. У нас как, к хирургу пришел, любимое что? Резать? Ну, отрезали. Но дело в том, что завалы пережали внутренние, внутристеночные сосуды. И никуда это не денется. Первопричину мы не убрали. Смотрите, как много можно всего достичь, если сделать простую вещь. Доктор Дарл Вульф говорит, если бы эти женщины, которые пришли ко мне сегодня на операцию по поводу рака молочной железы 15 лет назад, начали чистить свой кишечник, они бы никогда не дошли до этого состояния. Я вам показала, как работает коловада и рассказала, как. Ну а вот поскольку у нас в Одессе порядка 200 человек, не только в Одессе, и в городе Харькове, и вот харьковчанам тоже есть что сказать, очень активно работают с коловадой. Около 200 человек пропили, я вам хочу сказать, какие реальные результаты. Люди теряют от 3 до 15 килограмм, и это не то, что так резко похудел. Если бы так резко похудел, я была бы первая против, это вредно. Это шлаков. Это то, что носил с собой в течение многих. При этом без поноса, при этом без повреждения слизистой. Моментально меняется цвет лица и кожи. Моментально. Потому что кожа наша точно всегда отражает уровень интоксикации внутренней. Улучшается дыхание, потому что диафрагма, это уже на 3-4 день четко видно, диафрагма опускается, объем дыхания увеличивается. Перестают беспокоит перебои в сердце. Потому что если сердце лежит, оно у нас на диафрагме, приблизительно вот так. А если у нас вздутие и диафрагма поднята, сердце лежит вот так. И в этих условиях экстрасистолия просто регулярна. У людей улучшается состояние, повышается иммунитет. Улучшается общее состояние. Настроение. И знаете, как сказал Витя Пшеничнюк, говорит, после этого спишь, как ребенок, как младенец. Прекрасный сон. Работает лучше нервная система. Ирочка Склерук, замечательная она стала, она говорит, я была в санатории Горького. Поскольку мы занимаемся продуктами здоровья, а вычитала же, что надо очищаться, она пошла в санаторий Горького на внутреннее гидроочищение. Замечательно, на третий раз ей сказали, что вы ходите? Смотрите, у вас выходит чистая вода. Зачем? Вам не надо. Она мне с гордостью доложила. После этого она пропила коловаду. 9 килограмм. Вот вам разница.
больше всего меня потряс результат последний, вот на последней презентации в четверг. Вышла женщина, 53 лет, розовощекая, приятной такой наружности. И говорит: здравствуйте, я больная аортальным пороком. У меня порок с преобладанием стенозом. И 2 недели назад у меня живот был выше груди, я себе с трудом это представляю. Но это асцит. Вот такой вот живот, как барабан. У нее 36 размер обуви, она ползала в тапочках 42 размера. Вот такие отеки. Удушье, отдышка, давление 240 и постоянные головные боли. Она начала пить коловаду. А ей предлагали сделать пункцию. Если врачи в зале есть, они знают, что только начни пунктировать асцит. Так и будет. То одна пункция, вторая, третья. И чем дальше, тем короче интервалы между ними. И до могилы осталось, в общем-то, немного. Она пришла, продемонстрировала туфли. Она была в 36 размере. Туфли в ночке надела. У нее никакого асцита нет. У нее розовый цвет лица, были у нее синяки под глазами, вот ребята ее видели до этого, синяки под глазами и желтушный цвет лица. Печень уже просто отвалена, если асцит, вы понимаете, что это такое. Она говорит: да я молиться на вас готова. Давление у нее 140 на 80, никаких отеков. И она говорит: я потеряла столько всего такого ужаса, что я вам передать не могу. Я бесконечно благодарна. Я даже не подозревала, врачи мне прописывали огромные дозы мочегонных, сердце мое просто не выдерживало. Вот что такое голова. И это без побочных последствий. Более того, почему так много таблеток? Да потому что, чтобы предвосхитить жесткий очистительный криз. Чтобы яды, которые выходят из клеток, уже тут же связывать, помочь нашей печени, не перегружать нас. Что касается камней. Определяет величина камней. Если камни очень большие, то моя вам рекомендация месяц до коловады пропить. Большие — это больше 0,8, больше 1 сантиметра. Пропить коралловую воду, но ее пить не стаканами, там пол-литра выпил утром, пол-литра выпил вечером, а потреть стакана каждый час, все время поддерживая pH на одном и том же уровне. Пропить лецитин. Лецитин способствует растворению камней. И коралловая вода, если вы ее пьете таким образом, каждый час попивая, что называется, камни обтаивают. Не рассыпаются на крупные куски, а обтаивают. И вот такой предварительный курс пройти. В любом случае, лучше избавиться от камней даже через небольшие неприятные ощущения, чем их, так сказать, чем не чистить кишечник. Чем не чистить кишечник. А вот побочные это могут быть явления при этой при приеме коловады? Какие бывают побочные явления? Давайте. Первое. Поносы. На 250 человек один человек сказал, что 3 дня у него вот был такой. Причем это не понос в настоящем смысле слова, но так некоторое близкое состояние. Один из 250. Все остальные как работали, так и работают. Утром, вечером очистили кишечник нормально, без всяких потух там сумасшедших. Не глаза на лбу и красные как рак сижу с гипертоническим кризом, а нормально. И вот это было у меня одно наблюдение. Была женщина, которая просто не переносит. У нее, видимо, какая-то аллергия на лист грецкого ореха. Мы это точно установили, тестировали. Вот она себя чувствовала нехорошо. Но поскольку таблетки отдельно, то можно пить коловаду, изъяв лист грецкого ореха. Они так и продуманы. Что еще? Некоторые люди очищают, говорят, сонливость. Вот есть некоторые, говорят, пью второй день коловаду, спать хочу, сил нет. Это о чем говорит? Интоксикация, мои дорогие, яды пошли из клеток. Мозг реагирует. Ведь наш мозг на 81,5% состоит из воды. А вода на 95% всасывается из толстого кишечника. Что мы с вами получаем, если постоянно носим с собой килограммы? Сквозь эти килограммы фильтруется вода. Печень боролась, устала. Значит, из помойной ямы прямо в мозг. Уж какие там сознательности.
Конечно, сонливость и слабость. Ну, вот такие вещи. Других вещей не наблюдали. У меня были люди, которые 5 лет по Малахову чистились, по Семенову, по Андрееву чистились. И вдруг вот голова. Единственное, что вам хочу сказать, они потеряли меньше. От 3 до 5 килограмм. А те, кто вообще не чистились, те потеряли просто больше. Специальной подготовки перед коловадой не нужно. Очень легко продавать коловаду, очень легко ее предлагать. Если про микрогидрин нужно рассказывать, человек должен понять что-то такое непонятное, то система очищения, это понятно всем. И вы говорите буквально 3 фразы, и люди понимают, что это нужно. И главное, кому бы вы это ни предложили, вы можете быть 100% уверены, что это даст результат абсолютно у всех. А теперь предупреждение. Кому нельзя? Кому нельзя коловаду? Коловаду нельзя в период обострения язвенной болезни, особенно кровотечения. Коловаду нельзя в период острых инфекционных болезней, особенно гепатит. Острый гепатит у человека или вот он только вышел. В этот момент коловаду не надо. Сначала нужно стабилизировать состояние. Во время гриппа коловаду начинать не надо. У нас есть масса продуктов, которые помогают справиться с гриппом за 1 сутки, максимум за 3. В зависимости от исходной иммунной системы. И еще одно. Беременным женщинам. У вас у всех есть семьи. Научите своих девочек, дочек. Планируют беременность сначала коловаду. Потому что плод получает все то, что есть у матери. И от чистоты крови зависит здоровье и правильное формирование плода. Так вот, планируя беременность, до беременности, во время беременности, пить коловаду не надо. Но после того, что вы пропили коловаду, вот все, сразу раз, и все хорошо. А дальше обязательно программа, которую Дак Дуглас назвал фитнес-программой. 5 основных элементов здоровья, которые мы не получаем с нашей пищей. Это витамины. На Украине прошла медицинская конференция, где врачи, выступая, говорили, 100% населения Украины, я думаю, что России это тоже касается, испытывает дефицит витамина С, самого необходимого из водорастворимых витаминов. 80% населения испытывает дефицит витаминов группы В. 40% населения испытывает дефицит витаминов группы А, ну потому что мы сливочное масло в нашей стране любим. И никакие угрозы холестериновой атаки народ не останавливают. Смотрите. Очень большой дефицит по витаминам. Вторая группа – это микроэлементы. Дефицит хотя бы одного из них сегодня ничего для вас не значит и завтра. Но хроническое недополучение заканчивается перекосом ферментативной системы. Дело в том, что микроэлементы, они входят как составная часть. Витамины, ферменты. Нет в ферменте – нарушен процесс обмена. Их должно быть полный состав. Все микроэлементы важны. Следующая очень важная группа – это пробиотики. А это значит наши с вами бактерии и клетчатка. Одна из самых важных групп – это ферменты. Скажите, пожалуйста, кто из вас ест все сырое? Ну, периодически, да. Есть, а вы думаете, что маринованные продукты – это сырые продукты? Не одно и то же. Не одно и то же. Дело в том, что ферменты гибнут при 54 градусах. А мы с вами сначала потушили, пожарили, прокипятили и пару раз разогрели. Да? Мы не едим сырые продукты, и значит, а в них есть ферменты. А значит, мы перенапрягаем свою ферментативную систему. Поэтому обязательно ферменты, это 4-й элемент. И 5-й элемент, мощная антиоксидантная защита. Среди оксидантов это такие вещества, как витамины, как некоторые микроэлементы. Но это еще и аминокислоты некоторые, но еще и самыми мощными антиоксидантами являются на 1-м месте микрогидрин, на 2-м коралловая вода, а на 3-м дальше идут все витамины. В первую очередь такие вещества, как экстракт косточек красного винограда. И все это не значит, что вам надо 33 баночки выпить. Все это есть в 3 продуктах. Они вместе у нас объединены, и вместе их купить дешевле. Это называется упаковка жизни. Они сбалансированы полностью.
весь спектр витаминов. Ассимилятор – это ферменты и 77 микроэлементов. Активин – это витамины, антиоксиданты и пробиотики, то есть бактерии. И, кстати, сразу посаженные на клетчатку и коралловая вода. Поэтому после коловады, пожалуйста, 3-4 месяца. Чем больше возникшая изначально проблема, значит до полугода. Упаковка жизни. Ну а дальше? Всю жизнь ее пить? Честно говоря, можно всю жизнь. А можно и периодически менять продукты. И вот у вас на столе должны быть... Что обычно на столе стоит в качестве приправ? Соль, перец, сахар. Ну, как минимум два яда смертельные. А вот что должно стоять на столе, что приносит здоровье? Первое. Базовая пища. Полностью сбалансированная по витаминам, микроэлементам, клетчатке и хлорофиллу. Это либо альфа-альфа, это люцерна. Вот здесь вот 700 таблеток вам на год. На одного человека. Либо это спирулина. 95% усвоения белка здесь больше. Спектр весь аминокислот. Витамины, микроэлементы, хлорофилл, клетчатка. Вот это все спирулина. Основа питания. Или альфа-альфа, или спирулина. А у нас же есть с вами еще одна такая спирулина, как спирулина микрокластерная. Что такое микрокластерная технология? Это то, что есть только в компании Royal Boreke. Только на всей территории Советского Союза, только в компании Международный коралловый клуб. Это уникальная технология. Смысл ее состоит в том, что мы усваиваем все то, что нам попадает внутрь. Вы знаете, что многие медикаменты, которые мы пьем и травимся, на 10% усваиваются. Остальное идет на отравление. Или транзитом. Усвоить очень важно. Микрокластерная технология состоит в следующем. В клетку попадает, ну вот если говорить о микроэлементах, то все очень просто. Микроэлементы, минералы не попадают к нам в клетку до тех пор, пока они не связаны с аминокислотой. То есть хилатная форма. В клетку попадают либо хилатные формы, либо коллоидные формы. Они по размеру намного меньше, поэтому все-таки усваиваются клеткой. Но что такое микрокластеры? А это нано-коллоидные. Одна тысячная. В тысячу раз меньше. И не только в этом дело. Эта частица, она еще имеет отрицательный заряд, а клетка положительный. Поэтому она всасывается, притягивается, а значит усваивается все. И спирулины здесь меньше, но с микрокластерами усвоение выше. На 300%. Итак, на столе обычно должна стоять базовая эта пища. Еще одна вещь – это антиоксиданты. И король среди них – это микрогидрин. У нас потрясающие совершенно результаты по микрогидрину. Володя Савин обратился ко мне. Дочка заболела острым панкреатитом реактивным. Ну, девочка решила похудеть, она и так у него березка, но она фотомодель. Сказали, что-то ты недостаточно тощая. Она стала пить яблочный уксус. Столовыми ложками. В результате реактивный панкреатит, еле живая. Температура, опоясывающие боли, как положено, отвезли в больницу. На исследование врач говорит, немедленно в хирургию капаться. Он мне звонит и говорит, Марин, что делать? Я говорю, никакой больницы. Микрогидрин и активин, вот тоже очень мощная антиоксидантная защита, по таблетке 3 раза в день. В первый же день у нее через полчаса упала температура, боли прошли. На второй день она пыталась вырваться из дома, родители умные не пустили. На третий день она уже была на работе. И когда Володя обратился к врачу, он говорит, ну в какой она больнице, как все чувствуют? Говорит, какая больница? Ушла на дофиле. Не может такого быть, такого не бывает. Вот это микрогидрин. Давление стабилизируется очень быстро. Если на коралловой воде в течение месяца полутора, на микрогидрине за 8 дней. Микрогидрин – это самая мощная защита от антиоксидантов, от электромагнитного мусора, от ядов. И это усваиваемая вода. И мне бы хотелось еще немножечко сказать, третий продукт, либо спирулина, либо альфа-альфа, это суперпища. Вот чем прекрасна суперпища?
здесь есть все. Того, чего нет в предыдущих двух продуктах. Здесь есть и пробиотики, здесь есть бактерии. И если дисбактериоз остался проблемой, не до конца мы его привели в порядок, то тогда на столе просто должна стоять суперпища. Потому что здесь все витамины, микроэлементы, здесь очень активные вещества, проросшие ячмень, пшеница, пектины яблочные. Все здесь есть. Спирулина здесь есть, зеленый японский чай здесь есть. Но то, чего нет в предыдущих продуктах по составным частям, это пробиотики. Суперпища. Блестящий, замечательный продукт. Еще один момент, который стоило бы нам всем с вами помнить. Очень многие люди жаждут похудеть и садятся на обезжиренные диеты. Все жиры исключаем. Защита от атеросклероза, не будем есть. Яйца, масло, не будем есть жиры. Хотим быть стройными, как газели, всего этого есть не будем. Со всех сторон, со всех экранов кричат, это нельзя, это нельзя. Мои дорогие, но яйца это один из самых мощных источников всех жирорастворимых витаминов и таких веществ, как лецитин, основа оболочек нервной системы, а также нейромедиатора, передающие импульсы в нервной системе. Так Дуглас говорит, не надо исключать, надо усваивать. Все наши клеточные мембраны, все, это два слоя жировых и между ними белковые. И если нам не хватает нормальных жиров, то, к сожалению, мы с вами портим свои клетки. Нарушаем очень сильно и клетки, и клеточные органы, ядро, митохондрии и так далее. Так вот, но жиры есть низкой плотности, плохо растворимые, которые легко откладываются в виде склеротических бляшек. И есть высокой плотности, текучие. Это такие жиры, как омега-3. Эти же жиры содержатся в жире акулья печени, но только надо знать, что жир акулья печени это еще мощнейший антибиотик природный. Это мощнейший стимулятор и защитник иммунной системы. И у нас есть сказочный продукт. Александра Николаевна Камашко, наш любимый врач, одесский окулист, приходит и сметает обычно по 20 банок. У нее закупка 20 банок лецитина. Лецитина. Лецитин повышает скорость мышления, скорость запоминания. Не надо ругать ребенка за то, что он в школе отстает. Надо сначала поругать родителя. Все ли ты нужное дал своему ребенку? А то ведь ты ему только бутерброды засовываешь в ранец с собой в школу. И питается он ненормально. К сожалению, даже если родители очень стараются, не всегда у них просто возможность дать полноценное питание. Лецитин. Вот это жировой обмен. Вот это основные добавки, которые нужны для сбалансированного нормального питания. Еще одно маленькое замечание. Вот, к сожалению, сегодня на складе нет. Естественно, Одесса все вымела. Вы хотите иметь нормальное зрение? Да. Самый сильный продукт по восстановлению зрения, у нас их несколько. Вот активин прекрасно восстанавливает зрение. В больших дозах, не по 2 капсулы. По 6 капсул в день прекрасно восстанавливает зрение. Но есть изумительный продукт, который называется фикотен с микрокластерами. Это вытяжка из спирулины, и основу ее составляют бета-каротиноиды. Не один бета-каротин, а каротиноиды. В фикотен входят витамин Е, каротиноиды, витамин Е и селен. Вы представляете, что это за золото? Плюс это микрокластерная технология. Все они играют очень важную роль, но в первую очередь восстанавливают функцию зрения. Сегодня масса людей сидит за компьютерами, смотрит телевизоры, и зрение нарушается, начинается двоение. Смотрите, сколько людей сегодня в зале в очках, а ведь некоторые просто не надели. Еще один продукт, который нужен всем после 40, вообще-то нужен раньше, но после 40 обязательно. Любимый продукт Q10, кофермент. Он называется убихином. Вездесущий, он есть в каждой клетке нашего организма. Без него в митохондриях не вырабатывается молекулы АТФ. Мы с этим рождаемся, это у нас есть, но с возрастом мы испытываем дефицит.
70% дефицит Q10 – это смерть. 25% дефицит Q10 – хронические заболевания. Не хватает энергии, чтобы сжечь водород в кислороде и получить АТР. Хотите в первую очередь кому? В первую очередь когда? Зачем? Защита сердца. Вот это очень мощная профилактика атеросклероза. Очень мощная профилактика инфарктов и инсультов. Блестящий, прекрасный продукт. Q10. Ну, есть очень большая книга по поводу Q10. Люди, которые перенесли инфаркт, и было две группы. Пившие Q10 и не пившие. Не пившие до 5 лет не дожил никто. После инфаркта, как бы тяжелые брались инфаркты. А пившие Q10 после 8 лет 40% людей были живы. Вот. То есть это действительно достаточно мощная надежная защита. У нас нет продуктов, которые вернут вам молодость и вернут вам 18 лет. Но у нас есть сказочные продукты, которые остановят прогрессивное старение и, главное, дадут вам энергию для того, чтобы вы смогли сказать так, как сказала мне в Швеции одна очаровательная женщина. Я обожаю эту компанию, потому что у меня есть здоровье и финансовая независимость. И, Мариночка, я в этом году заканчиваю работать, я выхожу на пенсию. Жизнь только начинается. Вот этого всего я желаю вам. Спасибо. Thank you.